Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня снимаю продолжение моего сериала «Кромкель и ее тайный поклонник». И что ж, давайте начинать. Но перед просмотром этого видео не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и, конечно же, нажать колокольчик. Вы же хотите узнать, что будет в следующей серии и когда она будет. А так, все, и поехали! Девочка, Динайфури, ты в порядке? Зай, как хорошо, что все с тобой хорошо. Вот ты самый лучший дракон. После Грингеля, после Грингеля. Грингель, ты тут, ты в порядке? О, привет, девочка, мы немножко опять задержались. Все хорошо, на нас напал дурацкий Гриммель с его... его дурацким смертохватом. Да, они еще живы-то. Я-то думала, как бы все, после битвы они поранились, и все, как бы, ну ты поняла. Да-да, и там был именно смертохват. Но не бойся, мы не ранены, мы отбили их. И я тебе хочу сказать, что мы смертоохвату сделали большую рану, мы его поцарапали. И я думаю, что он, конечно, выздоровеет, но в ближайшее время он, наверное, будет беспомощен для Гриммеля. Мы сможем легко его снова победить, ты же рада? Ну, ты же любишь всех, как бы, так скажем, со всем бороться. Да, Кромкильда, что-то произошло, что ли? Что у нас не было, что-то произошло? А вдруг, не знаю, может быть, у нее появился какой-нибудь тайный поклонник? Не знаю. Ай! Что ты делаешь, Кромкильда? Да, что это вообще у тебя за поведение такое, а? Не понимаю, ты Икинга и Беззубика стала обижать. Да, это уже не дело. Так, Крангильда, я король всех драконов. Я могу принять такое решение, что ты просто категорически будешь исключена из нашего племени. Но я, конечно, такое не буду делать, так как ты моя подруга. Подруга, значит, подруга? Друзья так не поступают. Как? Улетают, забывают про своего друга. А если бы я была в беде, ну, мы бы тебе сразу помогли. Нет, вы бы там летали все вместе, летали. А я тут одна была. Ну, как сказать, что одна? Что? Ты не одна была? А это уже не ваше дело, так как я таким друзьям ничего не рассказываю. Вы вообще не друзья мне. Так, а ну-ка спокойно, Грангильда, успокойся. Если что-то надо, мы тебе поможем всегда. Мне от таких друзей даже и помощи не надо. Стой, Грангильда, стой. О нет, кажется, она на нас обиделась. Да, и по моему мнению, это даже очень серьезно. Ладно, так, с этим надо будет разобраться, но попозже. Я повредился немножко лапу от этого дурацкого смертохвата. Если я его увижу, если этот смертохват, не дай бог, мне попадется на глаза, я его прикончу в этот первый же день. Как бы я не был, так скажем, добр с драконами, но с такими драконами нужен такой же подход. Я согласна полностью. Так, где там Игин Кастрит? Ой, что сделала Кромкильда? Где она? Где она? Так, хорошо, ей мы займемся потом. Да, Беззубик. Ты, надеюсь, все разъяснил с Грангидой, сказал ей, что пока у нас важные дела. Молодец. Так. Я думаю, Икинг, нам стоит пока что найти Грангиду, потому что даже наши важные дела, они как бы все же не такие важны, как мой дракон. Причем я совсем его, правда, забросила. И я еще хотела кое-что сказать, что нам надо будет обязательно ее обезопасить и каждого дракона. С чего ты взяла? Зачем обезопасить? Блин, Икинг, подумай сам, подумай логически. Что? На наш остров надвигается опасность. То есть, как бы,
он понял, где мы находимся. Ну да. Поэтому ни одного дракона нам нельзя выпускать. У него есть смертоохват, который подчиняет драконов. Ты права. Молодец, Астрид. Я всегда молодец. Так, теперь нам надо лететь. Безумник, полетели. Дневная фурия, полетели. Надо найти... Надо найти Крамгильду. Ну что, полетели. Ой, кажется, там половину сломала всего, разнесла. Так, как же они не понимают, что я на них обиделась. Они еще меня оставляют одну. Я что-то не совсем уверена, конечно, что... так скажем, смертоохват тот, кого я люблю, но я себя в первой жизни почувствовала, как будто с кем-то как родным мне, похожим на меня. У него, конечно, глаза такого цвета, как у меня, но он совершенно другого вида. То есть он не злоб, не змеевик. Он смертоохват. Но дневная фурия, она не ночная фурия, но не фурия, это тоже как было. Мы даже из разных классов драконов. Это плохо. Ладно, думаю, здесь они меня не найдут. Конечно, они же самые умные, меня не найдут. Ладно, буду пока что в данный момент находиться тут. Крамгильда! Крамгильдочка, девочка моя, девочка, прости меня, пожалуйста. Так, стой. Прости меня, пожалуйста, я больше так не буду делать. Девочка, прости за все, я тебе только с тобой буду летать. Прости, пожалуйста, прости, прости, больше так не буду делать. А? Что? Крамгильда, ты слышала этот звук? Крамгильда, Крамгильда, все хорошо? Ты как-то странно себя ведешь. Смертоохват! Дневная фурия, Беззубик, огонь! Дневная фурия, Беззубик, давайте, атакуйте его. Что тут делает этот дракон, который на нас нападал? Стреляй же! Стреляй, дневная фурия! Беззубик, брат, давай, стреляй! Крамгильда, а ну-ка отойди! Что это за звук она издает? Похоже на голоса смертоохвата и что-то между смертоохвата и словно змеевиком. Да, у тебя голосистый дракон. Подожди. Раз уж есть смертоохват, то есть и Гримель. Вот тебе. И тебе, парнишка. И вы что, думаете, как бы меня уничтожить, да? Вы типа такие, как бы умные, чтобы меня уничтожить? Да, ночная фурия. Да, дневная. И самый лучший звук на змеи. Никчемный парнишка. И ты, глупая Астрид, все они глупые. Они не понимают, как вредны драконы для нашего мира. Смертоохват, ко мне, я сказал. Так, ну что ж, теперь, как и обещал, моя доля. Так, этот дракон. Давай, я хочу убить его. Точнее, хочу, чтобы ты его убил. Убивай же его.
Ну что ты стоишь, убивай, я сказала, этого дракона! Смертохват! Громгильда, ты правда меня любишь? А ты меня... Ну, да, и я тебе, хотя это меня хозяин заставлял, но все равно ты самый лучший дракон, я это понял. И нам надо спасти твоих друзей. Утиной Фури и вот это Беззубик, да, вроде. Я не знаю, как их зовут, но у меня есть место, которое даже не знает Гримель. Какое? На которое я тебе хотел показать. Полетели? Полетели. Так возьмем сейчас всех. А, да, да. И людей. Я просто гений зла. Мой план работает шикарно. Шикарно, я бы сказала. Ни у кого не работал. Не зря я самый лучший охотник на ночных улей и на других драконов. Они просто не понимают, куда их ведет смертохват. Настоящему колдуну он загубил таких, как ты, не одну. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!